Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон и Жека, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня мы будем продолжать нашу рубрику «Побег из тюрьмы». Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайки, знаете, только благодаря вам выходит эта серия. Да, ребята, вы прекрасно знаете, что сейчас нужно делать, конечно же, поставить огромный палец вверх и на мой видос, и на Жекин, когда мы наберем по 15 тысяч лайков, то сразу же выйдет следующая серия «Побега из тюрьмы». Пойдем, давай. Да, сегодня Женидос попадет в самую, я ее назвал, самая смелая тюрьма в Майнкрафте. Почему самая смелая? Ну, потому что ему нужно быть прям смельчаком, чтобы убежать отсюда. А почему? Ну, ребята, вы это узнаете чуть позже, почему. Мне кажется, то, что Жека даже тут немного помучается на моей карте. Да, а перед этим... Как обычно, ребята, подписывайтесь на канал, мне будет очень-очень приятно. У меня скоро уже 2 миллиона подписчиков, я очень сильно это надеюсь. Поэтому, ребята, вы мне можете помочь набрать их еще как можно скорее. Да. Твою мать! Кто там опять стучит нахрен? Эдисон, там какие-то подарки приехали. Подарки, там двери какие стучатся. Подарки? Мы видос надо снимать. Ну, подарки! А что за подарки? Я не знаю. А что? Сейчас, подожди, я... Давай, быстрее, ну быстрее, давай! Твою мать! Чё это, Эдисон? Офигеть! Захарова, меня! Пошли! Быстрее! Эдисон, ну чё там? Вот ты чё? Да ты посмотри на... Ты видишь вот это? Офигеть! Это еще и подарок. Подарок? Да. От кого? Ну то есть, мне вот эти HP-омины узнают, что у меня днюха, и представили мне вот этот комп, прикинь. Офигеть. А еще в августе выходит новая версия этого компа с новой видюхой. Охренеть. Видео 1070, новое охлаждение, новая подсветка. Это все такое, тут жопу. Жека, смотри. А ты еще, короче, знаешь, что нам написали? То, что мы с тобой приглашены на какой-то суперпроект от HP-омин. Офигеть, ну пойдем. То есть тут до конца недели открыта какая-то регистрация на киберспортивный турнир, победители которого поедут в Москву и целый месяц будут тренироваться с профессиональными игроками. Офигеть! Ты сюда подойди, смотри. Ну-ка. Вот сайт этот. Типа мы можем участвовать, тут следить за турниром. Охренеть. Мы станем легендой игрового мира. Офигеть. А еще прикинь, один победитель вот этого конкурса будет представлять нашу страну на международном турнире в Праге, пишут. А команда, которая выиграет, вообще бабло получит. Офигеть, мы будем богатыми. Короче, берем свои компы и в сентябре валим на вот это соревнование. Встретимся там с подписчиками, со всеми остальными. Я твой комп тоже заберу. Ну отдай. Встретимся со всеми, порубимся. А мне кажется, вот сейчас самое время регистрироваться. Вот я пойду зарегаю из двух аккаунтов. Вот, поэтому вы тоже регистрируйтесь. Ссылочка будет в описании. И у вас будет возможность с нами встретиться, а я пошел. А мой комп! Ну что, Эдисон, проходи. Я могу проходить, да? Ну подожди, Да, Эдисон, проходи. Эдисон, как ты заметил, ты стал зомби. Да? Нихрена себе, как это? И понимаешь, просто у тебя на канале есть рубрика «Зомби-апокалипсис», и я решил тебе сделать побег из тюрьмы зомби-апокалипсиса. Да, это что-то новенькое, Жека, что-то новенькое. Эдисон, в общем-то, ты как бы зомби, да, и весь город как бы закрыли, чтобы зомби-вирус не распространился. Зомби-вирус, значит, да? Да, и тебе нужно выбраться из тюрьмы, чтобы распространить этот вирус и прочее. То есть я хочу распространять его, ну прикольно. Ну ты же зомби! Ну это да, конечно же, это да. Вот, ну посмотри, есть такой прикол, тебе ложиться никуда не надо. Не надо, я думал, ты просто... Опа! Опа, что там? Мозги Эдисона, вкусные. У тебя есть там мозги Эдисона. Да, мы... Пропали! Пропали мозги Эдисона, пропали! Верните мне, пожалуйста, мозги. Ты возьми, они в сундуке. А чё, никак они... Эдисон, тебе нужно аккуратненько докинуть эти мозги, чтобы они... Ты понял, да, чтобы они что не сделали? Ну, на плиту. Да. А как?! Ну давай, короче, так сделаем. Ты взял, да, мозги? Да, я взял. Эту штуку, давай. Хорошо. Кидай. Давай, где? Там вообще можно прокинуть эти мозги? Да, только ты почему-то лёжа кидаешь, а она сразу в тебя прилетает. Ты можешь как-то вот так...
В смысле? Как-то вот так вот нужно... Как-то не так. Как-то не так. А как? Ну это прям как-то на ледышку тебя нужно так кинуть, но это в принципе возможно, я это делал. Во! Опа! Опа-на! А ну какие-то неполадки на карте, ну ты не переживай, дверь открылась, все, ты можешь идти. Ау, ни хрена себе, так, дверь открылась. Да, опа. Да, да, опа, это кто? А что там открывается, сундуки какие-то открываются. Так, хорошо, кто это такое? Подожди, за мозги Эдисона? Пистолет, а где мозги Эдисона? Ага, мозги Эдисона в сундучке. Ах, бррр, так, хорошо. У меня есть пистолет. Это, короче, мертвый полицейский. Да, я заметил, да, зомби-полицейский мертвый. Да, зомби-полицейский. Да. Вот, у тебя есть пистолет. А у меня есть патроны? Ну, там, по идее, должно быть, они уже в нем. А, уже в нем? Да, там 5 патронов, поэтому очень аккуратно, Эдисон, аккуратно. Опа-на! Ну, ты, конечно, Эдисон и... А, ну в принципе да, молодец. Все работает, да, все работает. Все работает. Тебе его убить рядом с сундучком, чтобы туда как бы все залетело. Ну а как ты видишь, у меня и так все получилось. Так, нормально, нормально. Беги, полицейский очухал. Беги. Подожди, сейчас убегу. Так. Ага. Эдисон, теперь как бы тебе нужно включить логику. Чтобы. Вот ты ж тупой зомби, без. Блин, что ты так быстро догадался? Почему ты так быстро догадался? Окей, и что тут? Что тебе нужно делать? В общем, смотри. Я просто сюда прошел. А что ты, какая история там была? Ты тупой зомби? Ну типа ты понимаешь, ты тупой зомби, а зомби они как бы ломятся там в кирпич, башкой там долбятся. А, ну то есть, да. Я прям идеально сыграл роль зомби. Да, ты прям зомби от бога. Прям да. Так, хорошо, хорошо. Ты такой же тупенький. А, да. Спасибо. Я тебя оскорблять не буду, поэтому тебе. Просто промолчу. Ну вот. Вот, Эдисон, смотри, ты уже почти выбрался из тюрьмы, как бы все, карта почти пройдена. Давай! Молодец, давай! Паркур! Красава, Эдисон. Красава, я выбрался, да? Я все выбрался. Проблема только в том... Иван какой-то. Да, чё? Я слушаю. Это ты не понял, кстати, пасхалочку? Ну, как бы, тут не смотри на года жизни просто. Да. Хорошо. А, Иба. Я тебя ищу. Ты где-то тут. А, ты без таблички, да? Да, я походу без таблички. Да. Короче, Эдисон, смотри, тут такой прикол, как бы, понимаешь, все, ты выбрался, а ты прошел карту, все, беги. Ну да, выбрался я. Так, в общем, Эдисон, хорошо. На самом деле, как бы, весь город, он окружен. Специально, чтобы зомби-вирус не распространился, окружен. Вот иди ко мне, иди сюда. Ну ты не так торопись, ну подожди. Может, ломать только песок душ. Прикольно такое. Куда мне идти? Смотри, видишь, вот иди сюда ко мне. Иван Васильевич Абрамович, хирург. Он мне пригодится, да? Операцию пластическую. Смотри. А тут, видишь, тут нету моста. Тебе нужно вот сюда попасть. А как? Подожди, вопросик. А зомби умеют летать, если я перепрыгну туда? Нет, не умеют. Смотри, и тут еще такой прикол. Вот это вот в этой будке сидел контролер, который как бы этот мост и контролировал. Мост. Тут что-то поломалось. Контролер контролировал, да? Контролер контролировал. Это, конечно, очень круто. Да, хорошо. А что мне делать? This is not connected to another inventory scanner block. Вот, видишь, тут красненький блок стоит, да? Тебе нужно на него поставить что-то еще, чтобы активировать вот этот вот командный блок. Вот. Так, Эдисон, у тебя есть лопата, правильно? Лопата есть, да. И она может сломать только два блока, как я вижу. Да, и песок душ только. Где был песок душ? Вспоминай. О, твою-то мать! Выпустите! Так, хорошо, песок душ. Где песок дуг? Песок дуг. Я не знаю, где песок дуг. Помоги мне! Ищи песок дуг. Я еще не могу. Да не, куда ты не сможешь. Так, песок дуг, да? Песок дуг. Песок дуг. Песок дуг у нас был вот тут, да? Песок дуг. Да, но ты помни, что у тебя лопата может ломать только два блока. Если ты сломаешь не тот песок душ, то все может пойти не по плану. Все может пойти, я сам не знаю куда. А как я пойму, что мне сейчас нужно ломать? Смотри, ты уже как бы, наверное, должен был догадаться, если бы ты подумал немножко. Ну то есть ты там закрытая дверь есть в больничке. Ага. И там какое-то написано имя. Ёхали, какой-то Абрамович. Абрамович, В, ну, и... Тебе не только фамилию нужно, тебе нужно еще имя и отчество. И, В, А, Б... Мать твою, если я запомнил, что там было! Ладно, сейчас зомби побежит. Сейчас приду. Так, ну-ка. Иван Васильевич, Ива. Ива, давай, ищи Ива. Ива.
Так, сейчас мы Иву эту твою найдем. Давай, Ива. Давай. Где Ива? Вот. Ива. Опа! Ага! Что там? Левел 2 карт. Второй уровень карточки. То есть я сейчас могу открыть дверь, да, вот эту? Да, ты можешь открыть дверь. Ива. Давай. Что там в этой Иве будет? У меня такой вопрос. Так, хорошо. А, 2-8. Ага. 2-8. Ага, то есть ты какой-то код нашел. Я какой-то код нашел на самом деле. Какой-то код. Опа, 3-4. Ага. 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 А ты тут ничего не ломал случайно? Нет, я тут ничего не ломал. Я должен был что-то сломать. Да, ты что-то, видимо, сломал случайно. Смысл ладно. Сломал. Ну, типа, я тебе подскажу, не переживай. А, нет, зверя не сломал. Я ничего не ломал, что-то меня сваливает. Ну, знаешь, не сломал. Ну, как бы, я не знаю, не знаю. Сколько ты цифрок нашел? Две цифры. Тебе нужны еще две. Они в этой комнате, подсказочка такая. Подожди, а я не могу там увидеть какая цифра. А ты там... А, 4-4-8, 4-8. Да. Значит, 4-8 у нас. 4-8... Да ёпересете... 1-2. 1-2! 1-2! Так, побежали с Ивой этой... А, подожди, а он вообще рипнулся? А почему, если он не рипнулся? Он жив. Он мертвый, как бы, там его могилка, ты его скопал в его могилку. Ну, странно все. Так, подожди. 1-2, 4-8. 3-4... Ага. 2-8. Подожди. 2, 8, 4, 5. 28-45. 28-45. Надеюсь. 28-45. Да! Все работает! Все работает! Да я застрял! Да, тут, ну, вот я оставайся там. Механик, давай. А зачем? А, механик, чтобы мост, да, починить? Мост. Да, тебе механик нужен, чтобы мост починить. 28-45. Не работает. Не, пожалуйста, нет. Я опять застрял в этой демонической машине. Что мне делать? Я её сломал. Без разницы, я же там застрял. А, все, выпустили. Отлично. Выпустили. Лучше больше не нажимай ни на что такое. Так, если что, я на него нажимать не могу, если он там... Ну, да и не надо с ним, можешь его убить, как бы, ну, это твое уже право, как иди бы. Сюда! Давай! Да, с него ничего не выпало. Это да, плохо тоже, с него ничего не... Опа, тут еще редстоун есть. Так, хорошо, да. хорошо. Что тебе с этим редстоуном нужно сделать? Тебе нужно сделать какой-то активатор, правильно? Дождик пошел. 28, да, пошел. В смысле? 28-45. Так, активатор, да, говоришь? Какой активатор? Активатор. Ну там есть красный блок, да? 28-45. Побежали! Подожди. Активатор, да, горишь? Смотри, там есть красная шерсть, правильно? Да. Тебе на нее что-то нужно поставить. Наверное, редстоун. Какой редстоун? Который у меня в руке. А и что будет, если ты поставишь редстоун на красную шерсть? Он просто как бы будет стоять. Да. Ты дебил, да что ты вот сюда кинул? Я уже так видел. А что мне с этой фигней делать? Я тебя сейчас верну эту штуку, как бы, только ты больше так не делай, хорошо? Ну, я постараюсь, я ж зомби, я ж могу такое ну делать. Ну да, так, ты хорошо. Штупенький. Ты Ростовом подбери. А куда мне идти, у меня такой вопрос. Смотри, если ты просто поставишь... Вот давай вначале ты догадаешься. Чтобы, если ты просто поставишь Ростову на красную шерсть, то ничего не произойдет, правильно? Ну, по идее, да. Тебе нужен какой-то активатор. Какие у нас есть, существуют вообще активаторы в Майнкрафте? Вот давайте поспоминай. Блок редстоун. А мне верстак нужен? Верстак, мне кажется, все вот такие вот прибамбасы, они в мастерской должны быть! В мастерской, говоришь, возвращаться! Да что ты мне раньше не сказал? Я не знаю вообще, зачем ты туда убежал. 45. А где тут верстак у меня? Я не знаю. Не надо, только не там, где я думаю. Опа! Молодец, Александр! Так, побежали. Ты сделал уже стоунблок так быстро? 20, ну да. Нифига себе. А что там сложного? Там ничего сложного. Ну давай. Давай. Ну давай. А-а-а! Молодец! Починил вот! Ёха, ты попай, убегай! Ура, мозги. Подожди, Подожди. Он не бьет. Я ослика убью, меня больше. Мозги ослика. Ладно, я пошел проходить твою карту, ты пока там развлекаешься. Все, надо голос себе вернуть. Хорошо, Женька, пошли на мою карту. Пойдем. Проходите, Евгений, проходите. А мне не нужно никого превращаться. Да нет, будь собой. Хорошо. Давай. Так я нажимаю. Опа. А где это я? У меня есть туалет, мне уже тут нравится. Можно тут остаться? Ты в тюряге, Евгений, ты в тюряге. В общем. А можно тут остаться? Да.
Да. Ну все, давай. Да. Ребят, все, мы больше не будем записывать. Все, Жека просто захотел остаться в тюряге, поэтому пускай, пускай. Нет, ты можешь тут посидеть, если хочешь. Я наблюдаю за тобой. Буду охранником твоим. Хочешь? Ты давай там уже. Короче, Евгений, подойдите сюда, подойдите. Подойдите сюда. А, да-да-да. В общем, знаешь, как это тюряга называется? Это тюряга для самых смелых. Самых смелых. Вот так и называется, для самых смелых, понимаешь? Для самых смелых, понял. Для самых смелых. Тупое название, но так называется. Не, я его не вижу. Вот, в общем. А, вот, я понимаю, что в этой дырке что-то есть, но я этого не вижу. Я со всех сторон уже проглядел, тут ничего нет. Ну, если это ку-ку. Ну что тут нету, тут я. Так, ничего тут нету, хорошо. Так, хорошо, хорошо, может быть наверху что-то есть. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Сложно, да, да, это очень сложно. Хорошо, у тебя есть люки, да? Их нужно как-то активировать, чтобы они как бы работали. Не, я просто сказал, у тебя есть люки, все. Типа, поздравляю. Хорошо. А как выбраться? Как выбраться? Тебе нужно найти какой-то активатор, который что-то. Я понимаю, понимаю, но я тут ничего найти не могу. Там типа сказочку, он не в дырках. Ага, он не в дырках. Он не в дырках. Значит, он в скрытых блоках. Да! Можно вот так сказать. Только где? Я не понимаю, Эдисон! А с другой стороны, вот тут, где полицейские. А, вот. Где полицейские? Mm-hmm. Я тыкаю, тыкаю, тыкаю. Активатор. Тыкаю. Вспомни, какие бывают замаскированные активаторы. Так, я что-то, друзья, что-то нажал. Да? Опа! Сундук! Отлично! А ты зачем? Зачем мне кнопка? А, ну вот ты помнишь, я говорил про люк. Люк. Я понял. Так, ну да, делать? Да, ты молодец. Да подожди, да. Тебе надо успеть. Да это пипец как сложно. Я понимаю. Да это пипец, как я сложно, понимаю. Я застрял! А, ну это как бы и непростая тюрьма, давай мы с этого начнем, да? Для самых смелых, не для самых задротов. Давай, Евгений. Да, ты можешь подпрыгнуть. Да я... Опа! Давай. Сраные люки! Сраные. Я понимаю, что... Я еще с троллинг прятки их возненавидел, когда в них застревал каждый раз. Ну тебе надо прыгнуть, тебе надо ухватиться. Давай, я вас тут покараулю. Давайте. Прыгай, Евгений. А я вообще втягиваюсь до туда? Да, всё работает. Да, ну да, ёбаный ты баба. Супчик, мапрюпчик! Ну что ж ты такой... Опа! Так, ага. Ну молодец, лестница. Лестница. Не, дурак, у тебя только один шанс её куда-то поставить. Вот сюда, да? Ну, наверное. Нет, сюда. Сюда, нормально. Всё нормально. Так, хорошо, первую стадию ты прошёл, молодец. Так, хорошо. Да. Я вот сюда залез, я теперь боюсь сюда спрыгивать. Да, ну да, если ты сюда спрыгнешь отсюда, то всё, ГГ. Хотя может нет, откуда я знаю? Я вообще не знаю, я просто ведущий. Ну ладно. Ты что, дурак? Да, а как они так убили быстро? Ну как бы, потому что они охранники. Видишь лаву? Есть лава. Лава есть, видишь лава. Мне нужно в неё когда попасть, да? Нет, ну... Помогите! А что ты делаешь? Ну, ты что, дурак? Нет. За лавой есть какой-то секретик. Секретики из-за лавы, понимаешь? Да, там пропал, ничего там не было. Да, но секретик, который надо активировать как-то. Секретик, который возгорает и что-то делает, понимаешь? Ну я тыкаю тут на всё. Который возгорает. Ты не можешь тыкнуть, который, как это? Ты что, дурак, а ну что за суицидник? Я не понимаю, о чем ты говоришь. Там есть секретик, который можно поджечь. Как можно поджечь что-то в Майнкрафте? Ну, зажигалкой, наверное. И лавой. А если через лаву прострелить стрелой? А, понял. Мне нужно изменить лук какой-то. Да. Понял. Ты додумался. Ты умничка, да. Так, ты хорошо, молодец. Я сейчас да, хорошо, покажу. Давай, да. Так, ну, там подожди, ничего нету, подожди. Значит, тут ничего нету. Пошли в другую комнату. Я там уже был вот здесь, тут тоже ничего значит, не было. Ты слепой. Да. Ты значит, или слепой, или не соображающий. Я тыкаю. Ага! А, неужели? Так, молодец. Нашел. Что только ты? железный забор может сломать. Так, хорошо. Я, в принципе, понял.
Нет, не понял. Ну подожди, включаем логику, которая не работает, да, почему-то? По каким-то обстоятельствам логика не работает у нашего заключенного. Так, короче, желейный забор. Если ты сломал желейный забор, где ты его... Желейный забор Валера, да? Вот, если ты сломал железный забор, да? Ну. Где ты его мог сломать? Только вот тут, потому что тут его не надо ломать, ты можешь тут пробраться, если тут ты тут не тоже можешь пробраться, то есть, значит только сюда. Здесь что-то еще есть. Да, значит ты вернулся в свою комнату, ты можешь опять залезть на второй этаж. И здесь должна быть какая-то железная да. забора, да? Желейный забор тут должен быть, да. Желейный забор. Желейный забор. Так, я вижу. Ага! Лук! Лук. Так, где-то еще, да, что-то есть. Да, что-то есть. Но, наверное, уже не тут, наверное, уже где-то дальше. Я проверю все-таки на F5. Да! Так, смысле. Нет, давай без F5. Там действительно ничего нет. Давай без F5. Я реально, это читерство какое-то, давай без F5. Это хорошо. Стрелы где-то вот тут спрятаны стрелы где-то. Где-то спрятанные стрелы, ну где-то спрятанные стрелы. Вот где-то за каким-то камнем спрятанные стрелы. За каким-то камнем. Будешь чекать на F5, я тебя убью. Я не проверяю вообще-то на F5. Твою-то мать. Жека! Наверху! Наверху стрелы! Наверху! Да тут! Вверх! Наверху! Подожди. Наверху! Да. Ты еще меня называешь тупеньким зомби. Да подожди! Вот как я здесь что-то должен увидеть? А я никогда опять в скрытом блоке каком-то или нет. Что? Обычный сундук, сундук обычный. Обычный сундук, я прыгаю, мать твою, прыгаю, сундук, твою мать твою, сундук, прыгаю, вот. Вот тут прыгай, куда я смотрю? Понял, дебил, понял. Дебил! Подожди, я тут, да не дверь меня! Давай. Я что-то не открою, не открою. Так, отлично, все, я стреляю! Нет! Куда ты стреляешь? Давай ты сюда придешь. Нет! Я не знаю, что тебе говорит. Ты дурак, без обид. Я убивают. Ты дурак, понимаешь? Мусора поганые. Спрыгни сюда вниз, через дырок. Вот. У тебя есть лук. Да? Давай, ну, стреляй. Куда я уже стрельнул? Еще раз стреляй. Прямо, тебе нужно прям в цель. Ниже! У меня две стрелы осталось. Ниже. Прямо стреляй ниже, в нижний блок! А сейчас не дострелю. Жека, ты... Я с этим человеком не хочу играть. Помогите мне, дайте мне стрелу! Сейчас, подожди. Все, мне кажется, заработает. Сейчас, подожди. Эффект самовозгорания сейчас будет, мне так кажется. Потому что, ну, Я не знаю, Жека. Что с тобой делать на самом деле? Я стрелял прямо! Да, ну ты прямо по центру, тут почему-то тут ТНТ стоит, и твои стрелы то ли справа, то ли слева, то ли сверху, а блок прямо по центру. Как ты вообще умудрился не попасть? Ну это жопа. Ну ты давай! Прям снайпер какой-то! Опа! Загорелась! Крипер бар! Че, умер? Шо, дурак? Так ты что, дурак? Забил, убил меня! Хорошо. Ты выполнил свое задание, выполнил. Да, выполнил. Ты можешь забраться наверх. Я банал, как обычный человек. Забираешься. Это самая изи карта в мире. В жопу! Молодец, так. Ты можешь или рипнуться, или сбежать с тюрьмы. Я понял, как сбежать-то. Хорошо, я тебе дам подсказочку, потому что ты уже слишком... Это самая... Это тюрьма для самых смелых. Понимаешь? Я понял. Нет, Жека, ну охренеть. Ну давай мы так играть не будем. Я самый смелый. А кто тебе блоки разрешал ставить? Я осмелился нарушить правила. Нет, ты придурок. Вот я тебе как скажу. Я осмелился нарушить правила. Нет. Нет, ты ничего не осмелился. Ты дурак, который... А нарушить правила на карте, то есть, короче, поступок не для... Нет, это поступок для дебилов, которые нарушают правила карты. Я самый смелый, вперёд! Нет, как раз таки всё, как раз таки... Ура! А, да! Молодец, давай! Поехали! Это была самая простая карта на свете. Да, всего лишь. Жек немного с ума сошел. Да, я вижу. Самая простая. Это самая реально простая карта в мире, а он так ее. Жек, я. Давай. Я все. Ты меня утомил. Спасибо огромное за просмотр, ребята. Ставьте огромные пальцы вверх. Набираем 15 тысяч лайков. Пальцы вверх! И выходит 15 тысяч пальцев вверх, и выходит новая серия. Поэтому пальцы вверх, мы будем прощаться. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока, все, иди нахрен, не хочу с тобой пальцы вверх и...